Друзья, всем привет! В этом видео сегодня хочу показать способ сверления, вернее, хочу проэкспериментировать. Керамическая плиточка, вот я приготовил заранее. И хочу испытать вот такую вот алмазную коронку. Вот я ее уже приготовил в болгарку, в патрон ставил. И хочу попробовать еще дрелью и шуруповертом. Насколько эффективно будет использование, какой лучший инструмент. Мне все говорили, что как бы болгаркой лучше всего из-за больших оборотов. И есть вот такие коронки сразу на шпиндель без патрона. Ну вот благодаря патрону я обычную коронку, которая для дрелей предназначена. Ну и вот получается и в болгарку тоже можно установить. Сейчас хочу попробовать вот просверлить отверстие. Обороты я включу сразу большие. Друзья, вот прикол-то, смотрите, если будет видно. Во-первых, я сжег эту коронку, а во-вторых, она никакущая, китайская. А в-третьих, я, наверное, из-за того, что на сухую, без воды, просверливаю, на вот таких оборотах коронка просто сгорела и убилась. Так что эксперимент не удался, смысла продолжать дальше нету. Она не справилась, видите, она не просверлила полностью, осталось чуть-чуть. Но можно досверлить, знаете чем, уже пустой коронкой. Сейчас попробую. Она аж раскалилась, бедная. Вот она. Вот. Я ее купил специально одну штучку 8 миллиметров испытать. Хотел заказывать в Китае набор целый, да? Но не стал. Думаю, дай-ка я куплю за 20 рублей вот такую вот короночку. Якобы алмазную. Все алмазное напыление слетело напрочь. Оно раскалилось и плавится. Посмотрите, какая она стала. В общем, из одного видео получилось другое. Вот это ржака. Имейте в виду, вот эти вот коронки, короче, смотрите, другой смысл видео в итоге получился, да? Получилось испытание коронки самой, китайской. Вот она, горячая. Смотрите, она не справилась. Опа. Она нифига не справилась. Вот она, видите? Как бы вам ее разглядеть? Вот. Вот такая она. Она аж расплавилась, бедная. То есть, вот это вот для керамики, вот для обыкновенной керамики, простейшая. Оно вошло хорошо. Может быть, я неправильно делал. Может быть, действительно с водой надо. Если я идиот, то напишите мне сразу, что идиот. Хотя я и так это знаю. Вот оно нагрело. Официально она называется коронка алмазная по керамике внутреннего запекания. Как-то так вот она звучит. Вот видите результат. Так что
смысл теряется в дальнейшем экспериментировании, да, то есть вот это и вот это уже и не нужно даже. Но, повторюсь, вошло оно хорошо за счет того, что у болгарки большие обороты. И, кстати, в инструкции к этой вот коронке написано, что максимальные обороты 11 тысяч желательно. В шуруповерте 11 тысяч никак не наберется, в дреле тоже не наберется. В болгарке набирается 11-12 тысяч. Но, в принципе, вот это же фреза. Для фрезы по керамике и нужны такие обороты. Думаю, все теперь будут знать, что это за коронки такие. Вот они в наборах есть вот такие. Во всяких китайских интернет-магазинах. Я купил у нас ее в магазине проэкспериментировать просто. Попробовать. И убедился, что я не буду заказывать в Китае. Все, всем пока, всем успехов, не болейте, берегите себя. Подписывайтесь на канал.